похоже, я никуда не выйду. Домашки много задали. Да что там вообще делать? Я вот с ГДЗ списал. Может, тебе ссылку скинуть? Не, не надо. Так же сразу понятно будет, что я списала. Так что придется самой все делать. Я вот математику почти закончила уже. Да, но ты точно не сможешь выйти. Точно, точно. Жаль, просто мы хотели проверить одну легенду. А ты о чем? А что за легенду? Ну там, про щенячий патруль, в общем. Щенячий патруль? Ты серьезно? Короче, Пухлый нашел в Дарк заказ на героев из этого мульта. Но только они не совсем обычные. Ты это сейчас серьезно? Вы реально хотите их заказать? А что такого? Мы сейчас у Пухлого дома. Он уже почти все заполнил, и нам вот-вот отправят заказ. Да вы вообще адекватные? Вы хоть знаете, какие последствия у таких заказов? Тем более из Дарк. Да все будет ок, не парься. Есть же легенда. Легенда? Ты о чем? Эти собаки очень злые и приходят только в 3 часа ночи. А еще они постоянно хотят есть, и поэтому рычат и пугают всех. Да у них даже слюни текут. Это же так круто, сейчас все их заказывают. Неужели ты не понимаешь? Да никто их не заказывает, вы что, ненормальные? Смотрите, как бы вас не... Может, все-таки не надо их заказывать? Да ты просто девчонка. Вы вечно всего боитесь. Видео продолжится через 3 секунды. Каждому из тех, кто смотрит этот ролик, мы отправим конверт, в котором будет по 100 тысяч. И этот конверт вам придет в новогоднюю ночь. Но чтобы его получить, нужно успеть поставить палец вверх и подписаться с колокольчиком за 3 секунды. Ну, в общем, если он вам нужен, то вы знаете, что делать. Все будет нормально, это же весело. Ты вообще нормальный? Ты зачем это сделал? То ты вообще о чем? Хватит притворяться! Думаешь, я не поняла? Ты специально подкинул мне эту игрушку! Игрушку? Я реально не понимаю, о чем ты говоришь? Не надо со мной шутить! Это совсем не смешно! Ого, но я честно не имею к этому никакого отношения. Но я слышала! Слышала, как только что хлопнула входная дверь! Я сразу спустилась вниз, думала, мама пришла! И что, при чем здесь плюшевый пес? При том, что там никого не было! Но возле двери лежал гонщик! И я знаю, что это ты его туда положил! Да с чего ты взяла? Ты вообще сегодня какая-то странная! Не хочешь мне верить, ну и не надо, твой выбор! Только не надо мне больше всякий бред писать. Что же ты наделал? Он уже здесь. Кто он? Кто за приколы опять? Но
Он правда пришел, сам смотри. Какого? Это же какой-то... Скорее зови родителей, пускай они сами с гонщиком разбираются. Но дома никого из взрослых нет. Я одна, совсем одна. И мне очень-очень страшно. Мне самому как-то не по себе. Он стучит в дверь. И я слышу какие-то странные звуки. Скрежет и скрип, и собачий лай. Это плохо. Главное, чтобы он не сломал дверь. Признавайся, это твоих рук дело. Ты, главное, не паникуй. Вдруг они на самом деле добрые. И просто хотят тебе помочь. Ты за кого меня держишь? Стали бы они тогда ломиться ко мне в дверь и скрести ее когтями. Я не знаю. Мне жаль, что все так получилось. О нет, они сделали это. Они все-таки открыли дверь. Срочно уходи оттуда! Серьезно? Думаешь, я сама не догадалась? Я уже за диваном спряталась. Молодец, сиди тихо. И твой диван, он же прямо возле двери. Подожди, пока они отвлекутся, и убегай из дома. Нет, я не могу. Что? Почему? Моя младшая сестренка. Она спит наверху в своей спальне. Я никак не могу оставить ее одну. Ты же сказала, что ты дома совсем одна. Я имела в виду родителей, да и от шока забыла про сестру. Но я никуда не уйду без нее. Я ее не брошу. Да, сестру бросать нельзя. А что он делает? Гонщик, в смысле, где он? Сейчас посмотрю. Нет, только не это! Что, он заметил тебя? Я же говорил, веди себя тихо! Нет, он меня не заметил. Но гонщик идет прямо на второй этаж. Но ведь там твоя сестра. Он может напугать ее. Или еще хуже. Я знаю. Думаешь, я совсем уже ничего не понимаю. Я пытаюсь следить за ним. Какой страшный, надо что-то придумать. Я уже придумала, жду, пока он отвернется. Или пойдет в спальню родителей. Я быстро проберусь в комнату к сестре и закроюсь там. Я не уверен, что это хороший план. У меня нет выбора. Только ты кое-что должен пообещать мне. Если со мной что-то случится, позаботься о моей сестренке. Я не знаю. Я постараюсь, конечно. Но лучше просто будь аккуратней и не дай гонщику себя схватить. Стараюсь идти очень тихо.
Но наша лестница, она сильно скрипит. Он не услышал тебя. Ты смогла подняться? Да, я уже вижу дверь в комнату сестры. Друзья, вы хоть раз в жизни смотрели «Щенячий патруль»? Или же у вас есть какие-то другие, более любимые мульты, которые вы смотрели в последнее время? Напишите в комментах, было бы интересно почитать. Ой, только не это! Какой ужас! Ты в порядке? Ау, не молчи! У нас дома происходит что-то очень странное. Вы случайно не знаете, где Лена? Я сижу тут совсем одна, и мне так страшно. Как хорошо, что ты мне написала. Я так переживал за вас с сестрой. Меня разбудили какие-то странные звуки. Собачий лай, рычание. И какой-то крик. Кто-то кричал очень громко. А потом я увидела, что сестры в ее кровати нет. Последний раз Лена мне написала час назад из вашего дома. А потом перестала отвечать. Мне так страшно, я хочу к маме и папе. Ты, главное, не паникуй. Попробуй позвонить родителям. Я звонила и писала, они не отвечают. Я не знаю, что мне делать. Не переживай. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Телевизор, он включился сам. И там... Щенячий патруль? Какого? Тебе лучше выключить телевизор. И как можно скорее. Что? Почему? Что? Что вы наделали? Я опять слышу собачий лай и вой. Я не знаю, как сказать, но тебе нельзя смотреть этот мульт. Погоди-ка, собачий лай, что я слышу? Это все они? Собаки из щенячьего патруля? Я хочу посмотреть. Нет, не надо. Сиди у себя в комнате и закрой дверь. Что? Почему? Я хочу посмотреть. Нельзя, это ведь не обычный щенячий патруль. Это в мульте «Гонщик добрый». А в жизни нет, они все очень злые. Это они утащили твою сестру. Серьезно? Но если он настолько, тогда почему ты сидишь дома? Почему ты не помог Лене и не спасаешь сейчас меня? Да ты что, не понимаешь? У меня у самого проблемы. У меня тоже телевизор включился, и только серия была намного страшнее твоей. И вправду страшно. Но это ведь никак не мешает тебе выйти из дома и прийти ко мне. Ага, а несколько минут назад мне позвонили в дверь. Я посмотрел в глазок, а там Райдер. Ого, это все так страшно. У меня руки-то трясутся от страха.
Поэтому я и не могу к тебе прийти. Они не отходят от двери ни на шаг. И поэтому ты обязана сидеть в своей комнате и не шуметь. Мне позвонили с телефона родителей. Ура, родители нашлись. Они приедут и спасут тебя. Нет, ты зря радуешься. Это звонили не родители. Это же Скай и Маршал и Гонщик, они там все! Но почему телефон твоих родителей у них? Похоже, они забрали не только Лену, но и моих родителей! Теперь нас совсем некому спасти. Я что-то слышу, кто-то зовет меня! Иди сюда! Это мама! Мамочка пришла! Не может быть! Это точно ловушка! Нет, это точно мамин голос! Она просит меня открыть ей дверь! Не надо, пожалуйста, не открывай! Поздно! Нет, только не это! Я же предупреждал тебя! Ты в порядке? Не молчи! Ответь мне! Я не понимаю! Ты цела? Да, эти собаки, они странные! В каком смысле? Они просто сидят и рычат! И не отводят взгляд, смотрят на меня! Это странно. Может, ты сможешь аккуратно их обойти и убежать? Не получится. Они не выпускают меня из дома. Может, их как-то отвлечь? Не знаю. Может, попробовать их накормить? Умница, это отличная идея. Ну, я несу им еду. Ну что? У тебя получилось выйти из дома? Да, они стали есть! Я смогла убежать! Молодец, я так рад, что у тебя получилось! А если бы...